Come on, there is possibility. Ползи, ползи, сердце, красно-цветных паровозов. В целом мире нет нужней. Вместе делаю тебя очень важные дела. Только все своя Тумас и друзья. Остров Соты окружен глубоким синим морем. А кто-то там ползет по лесам. Это Томас. Я Томас. Смотрите, что я вам приготовил, ребятишки. Это остров Соты, и бабуля Томас живет именно там. И больше нигде. Нет пути, значит нет дороги. Однажды Джеймс решил проехать круг самому, без никого. Он все ехал. Ехать до тех пор, пока не доедет до своего дома. И вдруг что-то пошло не так. В том месте паровозов заставляют останавливаться. И вот Томас поехал его спасать, чтобы он смог нормально ехать по кругу. Он подтолкнул Джеймса и сам же застрял. Они часто застревали по пути. Но вдруг что-то пошло не так. О, нет, нет, пути, значит, не дороги, сказал Джеймс. А Томас поехал его спасать. Я тебя спасу, Джеймс, сказал Томас. Я спешу к тебе, воскликнул Томас. Чумас аварил, он упал. Но обожнил подниматься назад в дорогу. Нет пути, значит нет дороги, сказал Томас. Мы оба с тобой застряли, Джеймс, сказал Томас. Воскликнул Джеймс. Да ладно. Мы умеем подниматься назад на лице, сказал Томас. И без людей они прекрасно справляются. И они могли сами. И вот это вот можно было оставить. Томас сам же поехал гулять. Не беда, я сейчас спасу Томаса, сказал Джеймс. Он решил его обмануть и самому поехать другим путем. Ну что, Томас? Что? На пути, значит, нет дороги, сказал Джеймс. Я поеду тебя спасать длинной дорогой, сказал Джеймс. Вот вредина, сказал Томас. Я
Я уже на твоем пути, Томас, сказал Джеймс. Джеймс сейчас снова застрянет, а сам и сам же Томас доберется до дома. У-ху! Обрадовался Томас. Так ему нужно было оставлять. Просто останавливаться и высаживаться. Ой. И вот Джеймс целый день гулял по рельсам, а Томас нет. Томаса требовали отвезти некоторых животных, и он там ленился поехать. Томас и Джеймс не очень хорошие друзья, потому что Джеймс к нему придирался очень часто. Джеймс решил вместе с ним поехать, потому что он обожает гулять, и вот они сказали бы паровозы. Пока-пока, паровозы, пока-пока, петлины. Они же помогали в ютубе. Вот так ли?